Повышение заработной платы затронет почти 60 тысяч работников бюджетной сферы. Первый этап по увеличению зарплат стартовал 1 октября. Это учителя, воспитатели детских садов, преподаватели средних и высших учебных заведений, научные сотрудники, врачи, средний и младший медицинский персонал, социальные сотрудники и основные работники учреждений культуры. Этот список определен майскими указами президента России Владимира Путина. Повышение уровня зарплат стало возможным благодаря росту промышленного производства в Якутии, увеличению поступления налогов от крупных предприятий. Кроме того, финансовую поддержку по повышению уровня жизни якутян оказал федеральный центр. Второй этап по увеличению зарплат произойдет в январе будущего года. В республике сегодня реализуем указы президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года, где определены направления по повышению заработной платы для бюджетников. Есть указы, которые связаны с поддержкой здравоохранения, образования в целом. И сегодня все это решение президента России успешно реализуется и выполняется на территории нашей республики. И в этом году, и в следующем году доходы бюджета республики обеспечат исполнение выплаты зарплаты и будет обеспечить выплаты социальных обязательств, которые связаны с льготами и так далее. Поэтому я сегодня просто, пользуясь моментом, хочу подчеркнуть, что в республике в этом плане никаких проблем не будет.